Всем привет! Сегодня 2022 год, 25 июля, и мы в отеле Ака Алинда. Наш отдых подходит к концу. Мы приехали сюда 16 июля. Здесь есть вот еще такие вот домики. А вот это вот главный корпус. Сейчас мы быстренько здесь пройдем. Сейчас мы с вами пройдем на ресепшн и обойдем всю территорию отеля. Завтрак, обед и ужин будет в отдельном видео. Нужно двигаться через дверь. Ну вот. Это у нас лобби. Лифты на этаже. Здесь можно забронировать а-ля карт. Тут у нас ресепшн, все очень приятные ребята. Дальше покажу вам, как прийти к главному ресторану. Здесь вот. Там в конце есть медицинский. Первую помощь вам окажут. Нам она пригодилась, потому что мы когда открывали зонт, был утром очень большой ветер, и зонт улетел прямо в палец нашему другу, и пришлось ехать в больницу и зашивать. Вот так. Давайте пойдем сразу туда вниз. Вниз, в лобби, мы спускаемся к настольному теннису. Он бесплатный. То есть просто на лобби, на ресепшене можно взять ракетки. Здесь этот hairdresser. В общем, делать прически, стрижки. Есть спортивный зал. Вот он так выглядит. И тут же у нас спа-центр. Очень хороший здесь делают массаж. Да? Хороший тут массаж делают? Конечно. Хорошо. Это у вас в руках были карточки для полотенца? Ну да. И, пожалуйста, тут как пойти? Тут у нас всегда есть закрытые бассейны. Нужно всегда купаться всем. То есть он бесплатный. Души. И есть джакузи. Тоже всегда приходите в любое время. И еще в спа-центре всегда есть тоже баня, в которую можно бесплатно сходить. Но всем рекомендую, конечно, хамам и массаж. В первый день особенно. Очень классно. Еще с лобби можно подняться на первый этаж.
То есть даже не первый этаж, а этаж. Здесь есть бильярдные столы. Там компьютеры, то есть геймрум. Но бильярд здесь $5 в час. То есть платный. С него также поднимаемся уже на первый этаж в номера. Так, ресепшн. И здесь у нас Паша ресторант. Еще один а-ля-карт ресторан. В этом отеле есть два а-ля-карт ресторана. Это мясной и на улице. Там, где я покажу вам, где снэк. Там же есть и гюлет ресторан, кажется, называется. Он рыбный. Рестораны а-ля-карт стоят $10 с человека. В лобби есть лобби-бар. Впрочем, как и почти везде. Дают пиво Кунгорг и Карлсберг, разливная либо бутылка и разные напитки. В общем, с алкоголем все здесь хорошо. Отель большой, ну, достаточно большой, средний, скажу. Всего здесь хватает, все здесь есть. Здесь есть такие магазинчики, если что-нибудь вы забыли, не взяли. Банники, здесь разные игрушки детям, солнечные очки, сигареты. Ингл, в общем, здесь есть все. Памперсы, все полностью. Вот, кстати, ресторан, самый главный. Здесь кофе. Делают прекрасные просто кофе. Холодные кофе с сливками. Спасибо. Делают на вынос, и на месте можно тоже пить. Работает с 9 до 11. Это супер. Можно посидеть, попить кофе, покурить, кто курит. Вот еще так где-то с улицы. Дальше мы попадаем в бассейн. Долго ли сегодня у нас есть еще один активитет, один азитонер водит Канго Жан. Один раз интересует водит Водная Войра. Бассейн у нас работает с 8 до 18 часов. Лежаки можно найти на бассейне всегда свободные, то есть заниматься не обязательно с самого утра. Конечно, на море, если вы хотите быть на пирсе, то это уже посложнее. Здесь бассейн глубокий с этой стороны, от 1.5 до 2 метров доходит. Там дальше уже не такой глубокий. Здесь бар. Работает, мне кажется, до 12. Здесь тоже есть разный алкоголь. Правда, с алкоголем все очень хорошо. Разные сиропы, коктейли, соки разные. Вкусные коктейли делают все, просто что попросишь, все коктейли сделают. Просто супер. Чипсы здесь еще можно попросить, дают. Орешки. Да, работает с 10 утра до 12. Кстати, анимация очень классная, аниматоры все. Все очень приятные.
Hello, Litvea. I live in Vilnius. My name is Sedat. I love Vilnius. Vilnius is very beautiful city. Because just I know Vilnius. I don't know other cities. Lithuanian people very nice, very crazy. I like it. Like me. I feel like Lithuanian. I'm not feel like Turkish. I welcome Lithuania. Wait to me. Спасибо. Давай, привет. Супер. Очень классные аниматоры, правда, все говорят на русском. Здесь можно, это называется снэк. Здесь можно покушать с, ой, сейчас не помню, с 12, может, примерно с 12 до 4, или с полпервого до 4, что-то такое. Если вы не успели, например, на обед, то здесь можно что-нибудь съесть, например, жареную курочку в панировке, как в KFC, бургеры, пиццу с прекрасным видом на море. Здесь просто сидите, дают вам меню. Сейчас его нету, потому что еще рано. Заказывайте, что хотите, и вам все приносят. Все-все принесут. А вечером с 4 часов здесь бывает уже а-ля-карт ресторан рыбный. Мы в нем были, и, кстати, нам понравилось. Хотя в многих видео мы видели, что люди говорили, что им было не очень. Но нам понравилось. Спускаемся вниз, идем в сторону моря. Если что, ребят, будьте очень осторожны с этими зонтиками, как на бассейне, так и на море, потому что они могут улететь от сильного ветра. И у нас один парень поранился. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас у нас 25 июля, плохо видно, здесь 133 градуса, 102. И проходим к морю. Вот, кстати, наши аниматоры слева полотенца дают, а справа кола, фанта и остальное. Доброе утро! О, привет! Здесь холодно, все в холодильниках. Здесь душ после моря искупаться. И подходим к морю. Так, смотрим, сейчас 10 часов утра. Есть свободные лежаки. Это детская такая мини-площадочка. С этой стороны курить нельзя. А с этой можно. Да, есть свободных лежаков. Если что, то можно найти. Есть даже свободные лежаки на пирсе. Вот так. Давайте пойдем на пирс. Вот, пожалуйста. Три свободных лежака. Супер. Здесь один. Там дальше вот тоже вижу. Вот еще один свободный. Есть спасатель всегда. Он не спасатель, он и охранник. Все здесь присматривает. Вот, купаться можно и с пирса. И вот там есть такой прямой вход в море, чтобы не идти по камням, по галькам. Пляж у нас галечный, но нам это всегда плюс. Мы в прошлом году отдыхали в Кемере, в этом же отдыхаем в Кирише. Это поселок Кемера. И нам очень понравился такой пляж.
потому что песок нигде не остается, никуда не лезет, не мешает, выходишь сухой, камушки отпихнул и все. Но берег почти резко, почти сразу заглубина. Там, как и везде, ватерспорт разный, мотоциклы водные, яхта, можно летать на этом парашюте, который привязывают. Не знаю, как это называется точно. Ну вот, пляж мы с вами осмотрели, идем дальше. Возле пляжа есть бар, пул бар называется, он работает до 2 часов. Здесь бывают потом разные булочки, закусочки, там фрукты, но пока их нету. Здесь бывает мороженое всегда. Здесь мороженое просто, которое накладывают. А там, которое запечатанное. Вот, бар с 10 до 2 часов ночи работает. И пойдем с вами дальше. Идем в сторону туалетов и ночного клуба, который работает, мне кажется, с 10 или с 11, наверное. Ой, точно я не помню. Живая музыка вечерами играет. Тут играет волейбол. Песочек, кстати, не бывает очень горячий, потому что его поливают водичкой, чтобы можно было, чтобы было возможно играть. Вот, видите, Night Club. Но не написано, поскольку он работает. И сразу же туалеты. Но вообще ночной клуб, музыка хорошая, но людей там совсем не бывает. Кому-то это плюс, кому-то это минус, рассуждайте сами. Поднимаемся над ночным клубом наверх. Тут у нас готовят гёзлиме. У нас сейчас еще рано, сейчас будем готовиться к этому. Нужно посидеть, покушать, попить чаю, кофе. Вот она. Готовит. Доброе утро. Гёзлиме готовит. С сыром, шпинатом, фаршем и картофелем. Выбирайте, чем хотите, и вам приготовят. Но бывают большие очереди. Потому что готовят все прямо для вас, так как вы хотите. И поэтому приходится немного подождать. Здесь амфитеатр. Вечером бывает анимация какая-нибудь. Я думаю, что вечером я вам сниму это отдельно. Как примерно здесь, как сидят, что бывает. Бывает довольно-таки интересно. Каждый день что-то другое. Так, давайте пройдем быстрее мы бассейн, эту зону, где играет музыка. Хоть и есть свободных языков, но очень странно, что крадут полотенца. Вот, аквапарк, мини-снэк-бар, мини-клаб и кис-пул. В общем, это зона более такая уже детская.
детская зона. Все для детей. Так вот, крадут полотенца. У нас украли. Слава богу, как-то получилось выкрутиться. Потому что так за полотенце, мне кажется, за карточку, то есть для полотенца $10 нужно платить. Но здесь все еще наш где все зеленое, растут разные растения интересные. Как всегда, орут цикады. Без них никак не обойтись. Ну вот вчера и сегодня было очень жарко. Вчера днем было 36, но жарко было, правда. Но мы были на яхте, снимали яхту, поэтому мы это жары так сильно не чувствовали, мы купались, постоянно купались. Проходим в аквапарк, который мы еще не были, завтра уже уезжаем. А в аквапарке еще не были. Но надеюсь, мы сегодня к нему дойдем. Потому что там есть горки не только детские. Будет даже взрослым интересно. Вот, смотрите. Здесь вот детская площадочка. Там мини-клуб. В общем, дети точно будут иметь чем заняться здесь. Просто супер. Ну вот, горки. Мини-аквапарк такой. Совсем даже неплохой, если что. Вот там мини-барчик такой. Ну мы еще, думаю, съедем с этих горок. Я надеюсь на это. Как-то у нас никак не доходили ноги. Мы везде на экскурсиях. Так, надеюсь, я вам все уже показала. Потому что это уже конец. Мы обошли весь отель. Тут вот домик в котиках. Здесь у нас котики отдыхают. Зайти к ним нельзя. Можно только через сеточку. Но они такие хитрые, как-то умеют убежать. Мы каждый день встречаем, как они гуляют по ресторану, по террасе ресторана. Вот, спасибо за просмотр.